Привет, ребята! Привет, ребята! Вадик, как у тебя настроение? Замечательно! Замечательно! А сейчас будет еще лучше, потому что мы будем распаковывать нашу настольную игру «Мини-бильярд». Сейчас мы вам покажем поближе, из чего она состоит. Итак, здесь стол с тканевым сукном, два кия, треугольник, фигурные ножки вузы и набор шаров. Вот так. А с другой стороны здесь написаны правила игры. Сейчас Вадик все распакует, и мы будем играть. Это фигурные ножки, которые называются вузы. В них у нас будут закатываться шарики. Вот наше красивое зеленое поле. Сейчас Вадик высыпет на него шарики. Ой, для этого нам пригодится треугольник. Треугольник нужно высыпать, чтобы они у нас все не раскатывались. Ну что, Вадим, давай поиграем? Да. Давай поиграем сначала в камень, ножницы, бумага и выберем, кто из нас пойдет первым. Да. Готов? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ты меня завернул. Да. Твой ход. Так, сейчас. Тогда я тебе положу шарик. Аккуратненько мы снимем. Аккуратненько мы снимем. Я тебе все покажу. Вот так ручку клади. Вот так. И целься. Готов. Сейчас я вытащу. И ты будешь целиться шарики. Бей! Теперь мой ход. Так, теперь ты. Белым шариком бьешь цветы. Еще разочек. Давай, теперь я. Так. У меня шарик один закатился. Доставай его. Давай теперь твой ход. Давай по очереди. Ура! Молодец! Зелененький был. Так, теперь мама. Теперь мама. Никак. Теперь Вадик. Так, теперь мама. Давай. Ты, ну, сойки, убери машину.
теперь тебе удобно будет этим бак-баранжевым пить. Давай. Так. Да. Да. Зелененькую. Давай. Ура! Ура! Молодец! Осталось у нас 4 шара? Да. Теперь второй черный я тоже. Нет, давай теперь нет. Попробуй. Нет. А я возьму опять оранжевый. Чуть-чуть. Смотри, ты сейчас можешь столкнуть красный или оранжевый. Ну давай, закати уже красный. Молодец. Молодец. Осталось 3 шара. Молодец. Теперь один ты, а потом я оранжевый. Ну хорошо, давай. Давай. Какой мы голубой? Да, на, выход. Ты мне помог? Да. Я сейчас достану его. На тебе дорогу. Ура! Ну что? А теперь есть предложение другое. Да. Достанем все шары и будем их закатывать в лунки. Не ким, а по-другому. Давай? Да. Давай, доставай. Да. Для этого нам нужен наш треугольник, который у нас будет задерживать наш шарик, чтобы никуда не упадали. Вот. Ну вот. Так. Будем ходить по очереди. Так, белый шар уже будет. Он не нужен. У нас будет такая веселая игра. Без кия. Мы будем давать им щербаны. Хочешь попробовать? Давай. Руками? Да, пальцы прям. Вот это да, это лучше, чем кием. Ух ты, как сразу много! Да! Половина! Это я сам сделаю. Я видела. Был супер ход. Ты меткий, Вадим. Молодец! Вот так мы поиграли. Оказалось, что Вадим очень меткий. Он забил все шарики в лузы. И нам очень-очень понравилось. Это было весело. Ну что, ребята, смотрите наше следующее видео. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока-пока. И всем пока.